Юбилей сегодня отмечает признанный лидер на рынке автоматизированных систем управления войсками и оружием. Предприятию «Агат» система управления 50 лет. С праздником руководства, работников и ветеранов управляющей компании холдинга геоинформационной системы управления поздравил президент Александр Лукашенко. В настоящее время «Агат» реализует полный цикл изготовления современной качественной продукции военного назначения широкого спектра, а также высокотехнологичных средств коммуникации, которые востребованы и в гражданских отраслях экономики, энергетики, транспорте и связи. Она обладает высокой конкурентоспособностью и пользуется стабильным спросом за рубежом.